Для того, чтобы наш сайт принял хоть какие-то очертания, нам нужно установить тему оформления. При разработке данного блога я буду использовать простую минималистичную тему Activello. Для ее установки, находясь в консоли редактирования, переходим во вкладку «Внешний вид» и выбираем темы, а затем кликаем по кнопке «Добавить новую». В поле ввода вводим название темы и, как видите, WordPress отфильтровал все возможные темы с похожим названием. Мы спускаемся вниз, пока не находим вот эту тему. Далее наводим на нее курсор мыши, кликаем по кнопке «Установить», а затем «Поактивировать». Теперь давайте установим два плагина, которые будем использовать для обратной связи с вашими подписчиками. Что такое плагины? Это такие мини-программы, которые призваны улучшить функционал сайта. Итак, наводим курсор на вкладку «Плагины» и кликаем «Добавить новый». Далее в области поиска вводим название плагина MaxButton и выбираем первый попавшийся вот этот, то есть кликаем по кнопке «Установить». Затем вводим название второго плагина WP-Form и выбираем вот этот, то есть кликаем по «Установить», а затем «Поактивировать». Теперь переходим в раздел «Установленные плагины». Здесь вам нужно плагин Hello Dolly удалить, а антиспам и MaxButton активировать, кликнув по соответствующим ссылкам. И еще очень важный чит-код. Когда будете искать какие-либо плагины, следите за тем, чтобы поиск осуществлялся в режиме «Добавить плагин», а не уже в установленных. Для этого не забывайте кликать перед поиском по кнопке «Добавить новый» во избежание нервных недоразумений. Теперь нам нужно перейти к настройке интерфейса блога. Этим и займемся на следующем уроке.